Полное описание и точная дата выхода второй серии нового российского сериала «Катя и Блэк». Вторая серия сериала выйдет на Первом канале 12 мая. В новой серии мы увидим, как Катя Шатрова пытается пристроить Блэка в приют. Но, к счастью для пса, его отказываются оформлять, и ей приходится взять его на работу. Блэк, находясь в полиции на нелегальном положении, начинает помогать Кате в расследовании ограбления известного в городе артиста Шустова. Он обнаруживает на месте преступления важные улики и параллельно устраивает настоящий переполох в театре. Однако, вместо благодарности за эффективную работу, Катя получает от начальства строгий выговор и требование передать Блэка в кинологическую службу. Тем не менее, хитрюге Блэку снова везет. Под благовидным предлогом он вновь остается на ночлег у Кати. Напомним, вторая серия сериала выйдет на Первом канале 12 мая. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Желаем всем приятного просмотра.